Приветствую, бойцы. Как у вас дела? Как настроение? У Титана я прокачал пушку до 20 левела. Альфа-пушку. Очень дамажную. Буду качать ее в топ. Также крутанул здесь лохотроны. Мне дали, на самом деле, подарки, соответствующие названию. Лохотронские. Два атомайзера. Ну, не все коту масится, и не всегда же могут быть подарки крутые. А так-то, в принципе, заключены очень интересные подарочки. Ну, да нет, информация нужна мне, информация. Вот. Очень крутые подарочки содержатся. Также, обратите внимание, в титанском сундуке уже есть самолечение, модуль самолечения. Обновление еще не вышло, а модуль самолечения уже есть. Хотя говорили, что в обновлении будет самолечение. Хотя уже сейчас оно есть. Как такое может быть, хрен его знает. Может, где-нибудь уже и робот-скорпион имеется, просто мы про это не знаем. Я зашел, посмотрел в детальках, там скорпиона нет. Так что, возможно, скорпиона на самом деле еще нет. Полетели, в общем, воевать. Две гонки за маяками и два раза против всех. Это если будут быстрые бои. Полетел без остановки, без тормозов. Отлично, обогнал Уршера. По идее, в идеале, два робота. Страйдер и Титан. Все, буду на них отыгрывать. Но в зависимости, повторюсь, обстановки. Мало ли что получится. Вы респу заберете? Да, вы очень медленные. Я понимаю. Так. Молодец, держи. Сейчас помогу. Вот так вот. За счет сплэша его убью. Так, дракончик стреляет по ком. Почему-то не по мне. А вот сейчас вроде по мне, а дракончик лагает. Кстати говоря, им буквально-таки недавно, пару дней назад, а то будешь и день назад. И... Так, захватываем. Игра, ну, вообще не лагала. Было все просто прелестно, чудесно. Я не мог не нарадоваться. Плавная картинка, ничего не тупит, ни хрена ты лечишься. Давайте. Отлично, грохнули, ты пошел туды. Ты здесь веселишься, да? Кумихоху! Ну ты не боец уже, однозначно. Даже люди... Опа, на, ты боец. Давайте кумихоху грохнем. Что тут веселится, дракона шугает. Что, дракона нашего зашугал? Офигеть. Рвана все бегает за мной. Ну, иди-ка ты в лес. Может, Рвану немножко остепенить? Че тебе надо? Отвали от меня. Не, ну таким образом вы меня не грохнете, конечно. Это даже бесспорно. Ластен, конечно, еще остался. Залп даем по Раване. Ну, Равану грохнул. Ластен еще остался, обратите внимание. От регенерации я могу очень много хпшки. Но мне нужен какой-нибудь лекарь там. А лекаря нет. У дракона нет способов, но он меня караулит. Скотинка такая. А, ты был на Кумихо, да? Ты мне мстишь. Ну давай, ладно, посмотрим. Потеряю свой ластенд, но тебя заберу, негодяя. А то вот кдшка у тебя произойдет, и потом будет просто совсем-совсем не то пальто уже. Так. Опа-на. Так. Опа-на. Так. Равана уже отполовинена. А тебе что надо, малыш? Блин, вы мне всю схему мою идеальную сломали. Не дали поиграть на двух роботах. Ну-ка, не мы, грохни их всех нафиг. Бегают, веселятся. А так вполне у меня получается играть на двух роботах весь бой. Ну, это в зависимости от моей команды. Если команда что-то головой думает там, использует голову, чтобы думать, а не чтобы есть. Основной инструмент, да? Не для поглощения пищи, а для того, чтобы производить всякие мыслительные действия. Тогда спокойно можно играть на двух роботах. Так, Раванина. Тут Хейдес. Сейчас щит свой, естественно, активирует, блин. Заливаем все дело, понятно. Давай, стреляй по мне. Давай. Я здесь. Ко мне повернись. Заряди мне щит. Опа-на. Красавчик. А, в астрал ушел. Ни хрена себе, вы молодцы. И все поразбежались. Ну ладно, давайте. Кто-то по мне увеличил дамаг. Так. Опа-на. Бывает в жизни огорчение. Ты мне вот сейчас щит, братюня, зарядил по полной. И ты идешь в ангар. Отлично. Спасибо, что зарядил. Так. Кто меня проклял? Кто колдун? Кто ведьма? Ну, Раван это типа мальчик. Это он, значит, он колдун. А где ведьма? ВСС. Ты будешь ведьмой. Я назначил себя. Так, вот он соловей, разбойник, который ремонтирует, который мог бы моего соловья Страйдера полечить. Но он враг, к сожалению. И Страйдера у меня уже нет, к сожалению. Так, Арес, я здесь. Ну стреляй по мне, стреляй. Опа-на. Щит-то мы зарядили, а по ком стрелять? А вот нашел негодяя. Частично дамаг прошел, нижними этими ракетками не попал, но верхними нормально залил.
Так, у Титана у меня уже есть. Можно, соответственно, брать и веселиться. Так. Ты играл на Кумихо у нас, да? Спасибо, зарядил мне щит. Ты давай получи, распишись. Ушел я в ванную астрал. Ох, соловей веселится здесь. Ну, давай посмотрим. Весело тебе будет или не весело сейчас. Вот у меня уже опять есть способность. Прикинь, братюня. Давай, давай. Спасибо, что зарядил щит. Молодец, красавчик. Дальше сюда иди. Давай, давай. Соловей меня проклял. Last End работает. И еще одна способность. Надо, естественно, забирать соловья. Ну, соловей уже кочурился, отлично. Ну что, Титан? Не можешь ты совладать с обыкновенным роботом, с ним Эдисон? Ты весь уже изничтоженный, еле-еле на ногах держишься. Так, где мы появляемся? Наверное, появляться будем здесь, на Титане. По тебе попадем? Попадаем, отлично. Сейчас помогу, братюни, не переживайте. Не пережевывайте так. Вот, все, нет его. Нет вашего обидчика. Так, у нас там. Ты далеко летаешь, Кумихо бывший. Значит, работать будем по щиту. Давай, альфа-пушка 20 левела, покажи, на что ты способна. ВСС, ты прокачанный, нет? Но щит пока его удар держит. Так, он ушел в укрытие. И начинаем атаку. Прессингуем врагов. Кумихо умер. У тебя способность. Она тебе рано или поздно закончится. И ты умрешь, потому что ты убежал от укрытия. Ты че от укрытия так далеко убежал? Вот балбес. Так, вроде бы по Титану можно залить, он появился к нам бочком. Да, урон проходит, отлично проходит. Не то, что отлично проходит, просто как нож, горячий нож в масло. Так, что-то мне подскочил Титан, к сожалению, или к счастью. Хрен его знает, что он там танцует, еще раз танцует. Хватит танцевать, Артур. В общем, день танцующих Артура сегодня. Ну, бой был такой, интересненький. Нормально получилось, весело. Азиат на первом месте, давайте его глянем. Союз он, союз. И посмотрим нашего Кумихо. Который на Кумихо маяки берет. Тоже союз, ну блин, ну парни, ну на Кумихо-то играет в 2020 году. Так, какой навык-то здесь? Ну я пошел так, быстрый робот, я пошел направо. Сейчас главное не словить какую-нибудь плазму. И не обязательно плазму, в общем, что-нибудь снайперское, опасное. Я вот выглядываю в вражеских роботах, их не пушечки. Ну там что-то снайперского ничего не вижу. Так, Арес бежит. Фантом, Арес. Ну я никого не могу поражать. Так, маячок красим резко. Тут у нас кто? Ньюсван. Фенрир. На чем? На скоржиках. И Фенрир не захватил свой маячок, бежит сюда. Это, конечно, если гонца. Ошарашен, ошарашен. Как видите, я от его залпа уходил, минимальные повреждения получил. Сейчас там Фенрир занимается самолечением. Ему больно. Так, ну все, бомбу в него сандалил. А он живее всех живых. Сначала он принял удар на щит Эгис. Потом, соответственно, начал на сопротивление урона. Так, вместе его мы его долбим. Нормально так, нормально, потихонечку раздолбим. Разберем его. Так, то ломбасник, Гриффин прыгает. Ну, Гриффин раньше тащил, но это было давно уже и неправда. Сейчас на Гриффине, тем более под открытым пространством, бегать смертельно подобно. Где там Фантомас мой, дружище? Давай его заберем. Братюни, маяк-то не красть-то хоть-то. Не-н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 е. Помогай, помогай, помогай. Отлично. Ну, минимальными повреждениями забрали. Фантом меня ждет. Прыжков у меня нет, давайте в астрал уйдем. Я был еще слегонца подмороженный, отморозком. Так, что-то, по-моему, наша команда опять вялая, хэппи тайм. Какая там хэппи тайм? Счастливое время. Что за счастливое время? Для врагов счастливое время, что тебя убьют они? Ну, наверное. Так, Фантомас бегает на скоржиках. Хорошая, кстати говоря, сборка. Очень хорошая. Нифига ты лагаешь. Я даже от него уйти не могу, этого огня. Потому что тупо не знаю, где он находится. Так, ты там кто? Тоже так уйдешь. Ну, давай, получай. У-ху! Бодрый залп криопушек попал куда-то, не понять куда. У него крио, тулубас и короны. Да иди-ка ты в лес. Меня там нет уже. Меня там нет. Равана потратила все свои способности и тупо умирает. Равана, ты балбес. Ты думаешь, если у тебя крутой робот, то ты бессмертный? Ну и что? Ты взял, потратил свои способности на ускорение. А зачем? Ну ты должен был их потратить с какой целью? Для защиты.
Или я что-то не знаю, или я что-то забыл. Или ты топов насмотрелся, что они тупо бегают, чтобы побыстрее прибежать. Ну давай, 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 давай. А что ты не стреляешь? О, стреляет. Топы понятно, топы могут себе позволить. У них умения у пилотов имеются, там всякие там астралы срабатывают. Когда им надо, там перезаряжается способность. Активная способность. А на активную способность они ставят астрал. И все, у них никаких проблем нет. Чуть что, волшебная заветная кнопочка, и они уходят в астрал. И тем более у них ураваны по три пилота. В общем, не сравнивай себя с топом. Ты используй астралы ураваны только для защиты. Так, ты у нас традиционалист, по тебе видно. Так, лич растопырился. Пожалуйста, не бей лича, пожалуйста. Твою ты медь, какой ты все-таки тормоз, а? Ты нахрена лича колбасишь, блин? Он реально колбасит лича вовсю, а? Чтоб ты... Ладно. Придурочный, блин. Так, ладно. Полетели дальше. Я за счет астрала сохранил жизнь страйдеру. Тут респ роботов опасно. Респ красной команды. Сохранил жизнь страйдеру, но. Так как играет фантом, никогда не поступайте. Так, на титанах балуйтесь, да? Вот еще одна равана. Раван становится просто неимоверное количество. Так что, что произойдет, когда их будет прям достигнут количество раван критической точки? Нерв. Вы все любите нерв? Новички не знают, что такое нерв. Они только пришли в игру. Думают, ну равана та, что надо качать. Не больше двух одинаковых роботов в ангаре. Чтоб потом вам не было обидно за прожитые годы. Разработчики у нас любят нерфить. Да. Называют это балансом. Б-баланс. Сначала продать имбу, потом, соответственно, имбу понерфить. И потом продавать новую имбу. Я вас предупредил. Предупрежден, значит вооружен. Что-то такое. Имеется поговорочка у нас. Титан не может захватить маячок. Видели, да? Ни хрена себе. А где моя команда? Тут же было полным-полно синих. Где синие? Хрен знает, где синие. Стараюсь покрасить вражеский маячок. И он покрасился! Так, чтобы не лохануться, быстренько. Опа-на! Я волну долбанул, а расстояния не хватало. К сожалению. Титан, ты забыл закрыть калитку. Отлично. Там не достаем. Что, где-то там перешагнул какое-то укрытие. Так, полетели. Ты что, тоже волну долбанул нечаянно? Я тоже нечаянно. Вот мы лоханулись с тобой. Где я там застрял? Японский квадрокоптер. Какую-то бочку врезался. Так, расстояние не позволяет вести огонь. Ты сейчас свой щит. Все, не стреляй. Молодец. А у меня, смотрите, у него экзодус. Так, открываем калитку. Ну что, братюня? Так, 100 метров. Когда будет 100 метров? Ладно, понятно. А сейчас, братюня, не получится повоевать, потому что я закрылся бочкой. Отлично. Бой был интересный, хотя на неинтересной карте. Ну и полетели теперь режим против всех. Что мы тут навоевали? Первое местечко. У нашей команды у всех почти по миллиону. Там негодяй и негодяй снизу. Ну, негодяй снизу не сильно я боюсь, пока он там подымется. А вот здесь негодяй, нужно смотреть за ним. Не, братюня. Да не, успокойся. Он потратил свою способность. Вы обратили внимание, да? У него новенький блиц. Пилот ему дает сопротивление урону. Куда-то там дамаг прошел, там лагает не по-детски. Наша чудовищно лагучая игра. Забрали, в общем. Пошел на размен, мне стало там хитрить, мудрить, там выходы из-за печки делать там. Решил просто в лобовую его штурмануть. Потому что понял, что он новичокер. Робот не качанный, ластенд да нет. Кстати, у кого есть ластенд в этом бою? Ну вот у одного имеется. Вот у этого. Ну идем к нему. Прыжки не тратим. Так, ты у нас кто? Ты у нас кто? Равана, да, Рванина. Первое место, у меня второе, Гриффин. Раванина еще одна. Раванина Мамонт. Так, теперь ускоряемся. Сейчас можно сделать халявный... Блин. Надо было раньше ускоряться. Ваша лошадь тихо ходит. Долгую очередь, отлично. И еще один килл. И все равно первое место мне не дали. Где мое первое место? Ты сколько там набил, enemy 5? Да, на этой большой карте придется долго бегать. Так, enemy 3 вообще без места.
Дракончик. Очень опасная сборка. Самая лучшая для больших карт. На маленьких картах лучше все, конечно, криопушечки. Там можно летать, всех срезать нахрен. На меня смотрит. Он хочет сделать мне мстя. Ты реально хочешь сделать мне мстя? А ты сможешь? А возможно, твои желания с твоими возможностями не сочетаются, не сойдутся. Паренек ничего не понял, но он умрет сейчас. Лопнул. Первое место. Так. Что там? Все от своей безумной цели не отказался? Все, мне хочешь навредить? Ну давай, иди вреди. Ты у нас Равана, вроде бы, нет? Да, нет. Ты определись уже, кто ты? Арес, понятно. А где Равана? Тут же Равана была, нет? С мамонтами. С бивнями, то есть, с мамонтами. Так. Ну что, Арес, я вообще-то сзади. Я твоя смерть. А я так. А ты как? А ты лапки кверху, да? Блин, Клинтон! Долго очередь дал. Вообще попаду по белому дракону? Хрен его знает. По-моему, я немножко косил. Немножко кто-то косит. И Ареса не забрал, и дракончик улетел от меня. Далекие-далекие края. Очень далеко улетел. 500 метров. Раванина хочет его мочкануть. Ну, давай мочканем, я не спорю. У меня есть прыжки. 5 штук. Хоп, она. И все, дракончик. Сзади какой-то негодяй вышел. У него еще теплится надежды на победу. Он еще не пал духом. А если пал духом, то это не показывает. Молодец. За это ты получишь мороженое. Мне ребенок крепушки называет мороженым. Давайте накормим. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусное мороженое. Кстати, хорошая такая ассоциация. Дракон, мамонт. Ой, фу ты, блин. Равана, мамонт. И крепушками замораживать ее. Замороженный мамонт получается. Как будто бы исторический канал смотрим. Так, немножко сплэш прошел, потому что расстояние весьма далекое. А если я так? Чисто в 2 очка меня хочет раздолбать. Ну долбите, еще поделать-то. Тогда я тебя сейчас грохну. Отлично. Чем больше ты, соответственно, там троллишь меня, enemy 4, тем больше я просто делаю халявные киллы. Убиваю там не очень опасных врагов. Пока ты активно проявляешь агрессию в мою сторону. Вот уже и ты потерял второе место, опустился на третье. Теперь ты опущенный. Налево, направо, налево, направо. Че, нигде не проходит? Хорошую позицию ты занял, товарищ Равана. Товарищ Равана, давай. На что еще способен? Возможно, ты способен умереть? Ты ко мне бежишь или от меня? Ты уже определись, братюня. Сколько у тебя способностей? А, 2 способности я старал, да? Ага, вот тебе способность откадышилась, да? Ну давай вот так вот. Ой, горишь-то как, братюня, без способностей-то своих-то, а? Без способностей не то пальто, да? Не то пальто, не можешь ты без способностей воевать. Ты на штормах, по идее, должен на расстоянии 0 метров воевать. Не, не хочешь? Ну как же так-то, братюня? Ну, братюня по-любому откадышил уже полностью все свои способности. И скоро у него астрал откадышится. Ну давай, половину. А я буду подальше, как бы шторма. Шторма, да, шторма вблизи разрывают. Поэтому вблизи мы вать и не будем. Мы будем подальше воевать. Задолбало. Ты по курсу, что тебе экономически невыгодно со мной воевать? Ты нажимаешь их астрал, ты скоро свои энергоблоки там уменьшишь до нуля, до нулика. Давай быстрее, да я уже бой закончу, начну другой, вернее. Давай, 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 я еще один бой успею. Парни желают по несколько боев, побольше боев. Все, не выходи, пожалуйста. Вышло, блин, вот чудовище. Давайте сольемся, в общем, и полетим во второй бой. Мне стало... четвертый бой. Мне стало уже неинтересно. И так понятно, что я его размотаю. Я еще ни одного робота вроде бы не отремонтировал, да? Да. Японский квадрокоптер. Боится, боится, посмотрите. Ты на лече меня боишься? Что тут у тебя за лич такой? Что ты боишься на нем воевать? Дробовик. Что-то непонятное. Два пунишера. Ну да, на такой сборочке должен бояться. Пока.